Привет, привет всем моим подписчикам, также гостям канала «Партизанская правда за батьку». Ну, в общем, вот так вот, друзья, ютубская демократия, европейская, американская ютубская демократия. Что даже и нельзя ссылки скопировать с моего канала на некоторые видео. С канала «Полесский партизан» нельзя ссылки скопировать. Значит так. Я буду вставлять также видео в соцсети, и все ссылки на соцсети будут под видео, в описании под видео. Если надо, то переходите туда и скачивайте видео. Я моим подписчикам это разрешаю, не против. Все будет, значит, в Одноклассники, ВКонтакте и Фейсбуке. Также в Телеграм-канале будут мои видео. Вот так вот, друзья. Ну, а сейчас засняли кураторов в Белоруссии. В общем, военный атташе Великобритании и заместитель посла Великобритании стали персонами нон-грата. Воскресенье. Справа кордон силовиков, слева панорамные окна кафе. Все как на ладони. Посетители наблюдают за происходящим, некоторые уж больно пристально мониторят ситуацию. Мужчина в маске перестает отправлять сообщения, как только на него обращает внимание наш оператор, а женщина, что с ним, и вовсе отвернулась, мол, не с ним. С чего вдруг такая конспирация? И обзорность прекрасная, и Wi-Fi бесплатный, и за чашечкой кофе посидели несколько часов. Кофе-то давно остыло, посетители все не уходят. Чайную паузу таки прервало пристальное внимание съемочной группы. Засуетились и быстро ушли. Направо тупик, пошли прямо. На вопросы отвечать не хотели, ни на русском, ни на английском. Казалось бы, обычные прохожие, почему столько внимания? Дело вот в чем. Мужчина в не самых презентабельных джинсах, военный атташе Великобритании. Женщина-заместитель посла этой же страны. И направляются господин Уайт Бойкот Тимоти и госпожа Тамвуд Лиза отнюдь не на дипломатический прием. По данным правоохранительных органов, эти люди собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси и о ходе протестов. МИД, в свою очередь, пояснил, это выходит за рамки их обязанностей. 8 ноября 2020 года Министерством иностранных дел Республики Беларусь ввиду деятельности, несовместимой со статусом дипломатического агента, со статусом дипломата, а также с целями нахождения Республики Беларусь, принято решение об объявлении двух дипломатов посольства Великобритании и Северной Ирландии Республики Беларусь персонами нон-грата. По имеющимся данным, с мая этого года дипломаты не раз встречались с представителями оппозиционных и общественных правозащитных организаций, а также неправительственных структур. А еще военный атташе Великобритании неоднократно по-тихому посещал регионы все с той же целью. В июле представителю оборонного ведомства белорусские коллеги уже выносили предупреждения, но все они были проигнорированы. К слову, у господина Тимоти это не первый опыт. Кадровый военный разведчик также был замечен в бывшей Югославии, Афганистане, Ираке и Украине, причем тоже в гуще событий. Хотел бы подчеркнуть, что указанное решение является вынужденным и принято белорусской стороной исключительно ввиду подтвержденного деструктивного характера деятельности указанных лиц. Этим решением никоим образом белорусская сторона не закрывает двери для диалога с нашими британскими коллегами и оставляет их открытыми. Что касается заместителя посла Великобритании, она координировала работу журналистов брюссельского бюро BBC. Опять же, по имеющимся данным, прибывших в Беларусь для освещения работы предвыборного штаба Тихановской, а также протестов. Это кадры с белорусской границы, на них видно, как дипломаты покидают Беларусь. Вполне логичное завершение истории. Такой финал ожидал бы любого дипломата любой страны, так как вмешательство во внутренние дела государства неприемлемо во всем мире. Насколько хороши не были бы дипломаты, это как раз тот случай, когда договориться уже не получится. Андрей Александров, Алексей Кряквин, наши новости ОНТ.
Ну что ж, друзья, мое мнение, что не зря они в кафешке сидели. Я думаю, они кого-то ждали. Кого-то ждали, чтобы передать деньги. Скорее всего, передать деньги, методички, разные инструкции и так далее. Чтобы потом орать на всю свою демократическую европейскую сущность, типа ОМОН бьет мирных демонстраций, точнее, мирных змагар. Вот так вот лучше будет. Но не получилось. ОНТ, телевидение, молодцы. Засняли их, засняли. Вот так вот. Итак, друзья, пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Всем до новых встреч.